Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. Долевое строительство под строгим контролем. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с членами правительства ситуацию на рынке долевого строительства. Любовный напиток. Международный оперный фестиваль в Чебоксарах собирает на сцене театра оперы и балета ведущих артистов планеты. Спорт и благотворительность. Участники студенческой суперлиги по баскетболу перечислили средства от продажи билетов в фонд помощи больным детям. В Доме правительства сегодня вновь обсуждали проблемы долевого строительства. Ряд подрядчиков срывают сроки ввода домов в эксплуатацию. Руководители компании отвечали на еженедельном совещании правительства, когда будут созданы проблемные объекты. Подробности у Дмитрия Ковалева. Строительство этого жилого дома по проспекту 9-й пятилетки началось более 10 лет назад. Будущие жильцы уже потеряли счет обещаниям подрядчиков. В жизнь не притворились и планы сыграть новоселье осенью этого года. Теперь застройщики гарантируют, что заветные ключи дольщикам вручат уже до декабря. Стройнадзор республики два раза на итоговую проверку выходила. На этой неделе она выезжает. Все замечания, которые были выданы ранее, все устранено. Документация все собрана. Когда ведете эксплуатацию? Можно до конца ноября. Одолжение нам не надо делать? Не делаем. Вы взяли на себя обязательства? Оно готово. Полностью дом готов. Здесь совместная работа с Минстроем. Дату называйте. До 1 декабря должны вести. Сейчас в списке долгостроев стоит только один объект, но сроки срывают и другие подрядчики. К примеру, компания «Алза» так и не сдала два жилых дома в Чебоксарах и городе Спутники. Чтобы завершить работы, требуется немалая сумма. Около 5,5 миллионов мне нужно по Новочебоксарску. Изыскаем возможность до конца года, все равно все необходимое сделаю, чтобы ввести в эксплуатацию. Есть замечания Гостронадзора, которые еще не доведены, не устранены до конца. Это благоустройство, второй слой асфальта еще не уложили мы. Чуть осталось бенфасад выполнить. Ну и внутри автоматику пожаротушения в Чебоксарах. Завершает строительство 11 позиции. И, значит, по 11 позиции у нас осталось для 100% завершения, для устранения всех замечаний Гостронадзора, это пуск газа и пуск воды. Застройщик обещает, что жилые дома будут введены в строй до конца этого года. Средства вы привлекли, у вас другого варианта нет, Сергей Витальевич. Найти партнера там, кого-то вовлечь, третье, четвертое лицо, на каких условиях договаривается, это уже ваши возможности. Мы людей в беде один на один никогда не оставляли. Всего же в республике ведется долевое строительство 138 объектов. Количество заключенных договоров превышает 10 тысяч. В целом, если я озвучу цифры, вот, привлечено нашими подрядными организациями, предпринимателями, которые работают в строительстве, 34 миллиарда рублей. Конечно, это огромные средства. Это средства третьих лиц, поэтому обращаю внимание еще раз, хотя я говорил, к этим средствам очень нужно бережно относиться. Все эти отношения должны строиться на заключенных договорах, чтобы были обязательства сторон. Мы постоянно это отслеживаем, мониторим, встречаем с строительными организациями. В Минстрое республики проводят и внеплановые проверки проблемных объектов. Минстроем Чувашии осуществляется контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств. В рамках осуществления регионального государственного надзора в области долевого строительства за истекший период 2017 года проведены три внеплановые выездные проверки, 222, две камеральные проверки отчетности застройщиков. По итогам проведенных проверок возбуждено и рассмотрено 27 административных правонарушений. В ближайшее время по поручению президента страны Владимира Путина правительство и Центробанк подготовят план мероприятий по замещению долевого строительства проектным финансированием. А это значит, что на рынке будут продаваться только готовые квартиры. Риск появления обманутых дольщиков сведется к нулю. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Члены правительства обсудили и ход подготовки республиканского бюджета на три последующих года. В Минфине отмечают, что законопроект прошел публичные слушания и уже 21 ноября будет рассмотрен депутатами Госсовета. Те предложения, которые конструктивные в рамках бюджетного законодательства, они учтены, но те предложения, которые просто популистические заявления, особенно это часто бывает от оппозиционных, не часто, а все время от оппозиционных партий, ну, соответственно, они не могут быть приняты к
для исполнения, потому что они нарушают бюджетное законодательство не в рамках действующих нормативных правовых актов. И поэтому, в общем-то, все конструктивные предложения, они учтены. При рассмотрении главного финансового документа обсуждалась и тема ежемесячных выплат семьям за третьего и последующих детей. В республике их планируют возобновить. Федеральные ведомства уже были направлены обращения. Сейчас подключилась уполномоченная тоже по защите прав ребенка, Анна Юрьевна, и мы 2 дня тоже обсуждали этот вопрос. Расчеты тоже представили, это для сведения, для учета. Они собирают также общественный институт по всем регионам для того, чтобы еще раз поднять этот вопрос на уровне федерального центра, руководства страны. Расчеты с нашей стороны все представлены. Мои обращения неоднократные в адрес председателя правительства Российской Федерации, в адрес вице-премьера, федеральное министерство труда и ряд других там обращений с подтвержденными аргументированными расчетами. Не досмотрели, не обратили внимания и отмахнулись. Такое отношение к взрослым подросткам очень часто приводит к тому, что несовершеннолетние нарушают закон. Чтобы этого не происходило, в республике ежегодно проводят акцию «Дети и семья». От слов к конкретным шагам. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в республике на особом контроле. Координаторами в этом вопросе являются Минобразование, Минтруд, Минкультура Чувашии. Особую помощь оказывают общественные организации. Председатель «Здоровой нации» Кирилл Лукин рассказал о том, что многие их проекты эффективно работают много лет. Благодаря киберпатрулю в социальных сетях удается блокировать сайты, рекламирующие запрещенные вещества. Кроме того, «Здоровая нация» взяла под опеку несовершеннолетних, стоящих на учете. В течение полугода, полугода-года, все наши подростки находятся всегда в паре с куратором. У нас есть отличные просто результаты. У нас 8 подростков реабилитировались практически, я сказал бы, наверное, на 5 с плюсом, если говорить, да, вот по школьному, там, студенческому. Потому что 8 подростков, один даже из них закончил на отличную четверть. И пока охватываем только город Чебоксары, мы планируем на следующий год уже охватить ближайшие районы. Уже проектом заинтересованы соседние регионы, то есть Казань, Мариэл, Нижний Новгород. Уже планируют у себя тоже открывать подобный этот же проект у себя на базе своих институтов. Участники движения находят время, чтобы вечерами заходить в места, где особенно любят отдыхать молодежь, в том числе и кальянные. Вывод они делают не очень утешительный. Для несовершеннолетних там нет никаких запретов. По итогам совместных с органами власти рейдов, владельцы 48 кафе привлечены к ответственности. Ребятами надо заниматься, это понимают все участники акции. Потенциал есть. Педагоги, тренеры, психологи. Они должны помочь детям найти свое место в жизни. В рамках круглого стола наградили подростков, которые приняли участие в республиканском конкурсе граффити, фото и видеоматериалы «Загляни в свое будущее». Один из победителей – студент Артемий Никифоров. Он точно знает, на что можно потратить свое время, да еще и заработать. Картошку выкапывал, как пилил, как на тракторе ездили, как помогал собирать картошку, красили. Роликом я хотел сказать, не имея профессии, можно зарабатывать. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Плата за питание и досмотр в столичных детских садах не будет повышаться до лета следующего года. Этот вопрос окончательно решен на совещании в администрации города Чебоксары. Дмитрий Захаров отметил, несмотря на то, что основные продукты подорожали, плата за питание в детских садах не повышалась с января 2014 года. На качество блюд данный факт не повлиял. Проверки совместно с родителями и ветеринарной службой в дошкольных учреждениях и школах проводятся регулярно. С начала года проведено 318 проверок в образовательных организациях. Из них 55 проверок проводили совместно с представителями ветеринарной службы. За нарушение в текущем 2017 году 11 руководителей вынесены дисциплинарные взыскания. К лету следующего года цены на питание пересмотрят в соответствии с уровнем инфляции и ростом цен. Минусовые температуры и снег. Такую погоду обещают синоптики жителям республики к концу недели. При сильном снегопаде на дорогу выйдет снегоуборочная техника, а значит, начнут работать и эвакуаторы. Стоянка запрещена, работает эвакуатор. Такие знаки на зиму разместили на 74 чебоксарских улицах. Это должно помочь спецтехнике без препятствий устранять последствия снегопадов. Тем, кто проигнорирует предложение, придется раскошелиться. Утвержден тариф за перемещение задержанного транспорта, что составляет 182 рубля за километр. Ранее не составляет 142 рубля, то есть немножко повысилось. А за час пребывания на специализированной стоянке для автотранспорта категория 27 рублей,
категории Б 54 рубля, категории С 108 рублей. За 10 месяцев этого года на штрафстоянках по тем или иным причинам оказались более 5000 машин. Быть как все. Как адаптировать ребенка с диагнозом аутизм к жизни в обществе? Эту проблему обсуждали на семинаре «Международный опыт организации системной помощи детям и взрослым с аутическим расстройством». Его провел руководитель Центра реабилитации инвалидов детства Игорь Шпицберг. Игорь Шпицберг – родитель ребенка-аутиста. Его сыну 29 лет. Он получил образование и сейчас работает программистом. Главное – вовремя начать социальную адаптацию и коррекцию. Это поможет спасти ребенка от глубокой инвалидности. Сейчас вопрос звучит таким образом. В Российской Федерации происходят очень серьезные изменения в направлении принятия людей, имеющих те или иные формы инвалидности. Это невероятно важно, потому что, конечно же, в Российской Федерации живут разные люди, граждане Российской Федерации, некоторые из них имеют те или иные особенности развития, ограничения здоровья и нуждаются в специальных условиях для того, чтобы они могли жить полноценно, приносить пользу обществу и развиваться максимально возможно, насколько это возможно для них. И сейчас, как вы знаете, у нас в государстве действительно очень много внимания уделяется созданию условий доступности. Игорь Шпицберг рассказал, что за 30 лет организация «Наш солнечный мир» превратилась в профессиональную общественную организацию, имеющую большой опыт в социализации аутистов. Это заболевание имеет большой спектр различных нарушений в развитии. Здесь помогают сурдологи, тефлографы и психологи. Если вовремя заняться реабилитацией, то можно либо вылечиться от заболевания, либо снизить влияние симптомов. Огромный опыт наш отечественный. И надо его оценить и уважать. Ни в коем случае не надо думать, что у них там за рубежом они все умеют, а у нас там чего-то нет. На самом деле специалисты у нас прекрасные, ничуть не хуже. Просто мы должны брать лучший зарубежный опыт, аккумулировать лучший отечественный опыт и создавать вот такую систему максимальной доступности. В Чувашии есть собственный опыт работы с детьми-аутистами. В гимназии номер 5 реализуется проект «Я. Другие. Мир». Однако существует проблема отсутствия профессионально обученных специалистов. На встрече в общественной палате приняли решение, что необходимо создать рабочую группу на правительственном уровне, которая будет рассматривать вопросы реабилитации и социализации детей-аутистов. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Горячая линия по вопросам дополнительного образования школьников заработала в Чебоксарах. Открыла линию столичное управление образования. Задать любой интересующий вопрос по теме дополнительного образования можно по телефону 23 42 36 и 23 42 35. Звонки принимаются по будням с 15 до 17 часов. Ранее на сайте ведомства сообщалось, что количество кружков и секций в школах будет увеличиваться. Дети смогут посещать их, не выходя за пределы своего образовательного учреждения. При опросе большинство родителей высказались за спортивное, художественное и техническое направление. Главным культурным событием минувших выходных стало открытие 27-го международного оперного фестиваля имени Максима Михайлова. В Чебоксары приехали артисты из Румынии, Канады, Греции, Китая, из разных городов России. Открылся фестиваль оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. На второй день зрителям представили оперу «Гаэтана Доницетти» «Любовный напиток». Это одна из самых успешных и популярных опер Гаэтана Доницетти. Любовный напиток, своеобразный коктейль из тонкого юмора, душевных переживаний и чувств. Знатная девушка Адина возвращается в свое родовое имение после учебы в престижном колледже. Бедный парень Немарина тайно влюблен в нее, но его ждут только насмешки и упреки. Адина флиртует с другим поклонником. Все начинает меняться, когда Немарина выпивает волшебный эликсир. После этого начинаются события, которые переворачивают жизнь главных героев. Театра состоится опера «Риголетто». В главных ролях оперные певцы театров Екатеринбурга, Красноярска, Италии и Казахстана. А 21 ноября прозвучит финальный гала-концерт. Татьяна Трофимова, Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов, Республика. Российская студенческая суперлига по баскетболу в Чебоксарах. В ЧГУ имени Ульянова прошли благотворительные матчи между командами ЧГУ «Атланта» и «Орел ГУ». Вырученные от продажи билетов средства спортсмены перечислили в фонд помощи больным детям. С
первых секунд на паркете завязалась острая борьба. Соперники шли очко в очко. За игрой внимательно наблюдали и воспитанники Чебоксарской коррекционной школы. На такой матч они и попали впервые. Им очень интересно. Я думаю, они тоже вдохновятся игрой спортсменов. Для нас важно это развить само понятие благотворительности, чтобы люди понимали, что они не только могут развлечься, да, и поболеть за любимую команду, но и, тем не менее, внести свой взнос в склад помощи детям фонда. Переломным моментом стала третья игровая четверть. Чебоксарские баскетболистки начали уходить в отрыв. Итоговый счет на табло 86-63 в пользу «Атланты». Поменяли нападение и защиту и стали играть более позиционно. Отмечу я, наверное, всю команду. Здесь нет никаких исключений. Все девочки молодцы. Сегодня не получилось абсолютно ничего. Главное – это защита. Мы не удерживали 1-1. Итог второй игры также был в пользу чебоксарских спортсменок. Все вырученные средства, а это более 15 тысяч рублей, пойдут на обследование и лечение тяжелобольных детей. Спорт в массы. Более 160 тысяч жителей республики посетили спортивные комплексы совершенно бесплатно. Очередной день здоровья и спорта в Чувашии прошел 18 ноября. Тренажерные залы, ледовые катки, бассейны. Двери республиканских и муниципальных физкультурно-спортивных учреждений были открыты для всех желающих. Особой популярностью пользовались плавательные бассейны. По подсчетам Минспорта Чувашии, 15 тысяч жителей республики предпочли водные процедуры. На втором месте по посещаемости оказались крытые ледовые катки. Около 1000 посетителей. В большинстве спортивных школ в субботу организовали открытые тренировки, мастер-классы и различные состязания и эстафеты. Напомним, что Дни здоровья и спорта проводится регулярно каждый месяц с 2014 года, согласно указу главы республики Михаила Игнатьева. В следующий раз двери спортивных учреждений для массового бесплатного посещения откроются 16 декабря. Список спортплощадок размещен на сайте Минспорта Чувашии. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире и всего доброго!